богослужение после землетрясения. Расскажем, какие чудеса Господь извершил в Турции во время землетрясения. Очень много свидетельств, как дети, которые были под завалами. Има много свидетельств, как деца такую тубяха затрупани. Да, они рассказывали, что им кто-то приходил, кормил, игрался с ними. Някой идвал при тях, си играл с тях и ги хранил. И вот сейчас Наталья Шинюк, которая в Турции. Сега Наталья Шинюк, която и в Турции. Мы передали финансы, да, и она закупает для людей. И тя купила продукты за хората. И она говорит, что поступают много финансов. И казва, че идват много финансов. И в церкви оказалось, что только я и еще один человек говорим на турецком языке. И в церкви-то се оказа, че само я и още один человек говорим на турски. Это человек, азербайджанец, он уехал в Стамбул. И тот же человек, который азербайджанец, замина за Истамбул. И она говорит, и я одна осталась, и пастор говорит, давай выручай, потому что только ты можешь говорить по-турецки. И тя каза, аз сама устанах, и каза на пастора, измыквай ни, что-то само аз говорю на турски. Но самое интересное, что в ноябре месяце, когда она была у нас здесь. Бачи, най-интересно, то есть, ну, эмбре месяц, куэту тя она сказала, Бог мне вложил желание учить турецкий язык. Тя каза, че Господь мне вложил желание да учить турецкий язык. И она онлайн нашла репетитора. И тя онлайн намерила учитель. И начала учить турецкий язык. И започнала да го учи. Я вас всех мотивирую. И ви мотивирам. Эди, да, учит армянский, чтобы ехать в Сирию. Эди учи армянский, за да учи в Сирии. Чтобы проповедовать армянам в Сирии, да? За да проповедовать армянский. Кто живет в Болгарии, пожалуйста, учим болгарский, для того, чтобы можно было здесь тоже послужить тук на для населения на родном языке. Вот, но и Наталья сказала, она говорит, я хочу вообще записать видеоролик. Наталья как каза, че иска да запиши клипче. С людьми ходила в магазин, как закупала ходила необходимые вещи. В магазине, да, купувала им сейчас просто трехи, времени нешта, нет. Бачи, за сега няма вот время. Немножко отчитываю за финансы. Пойдемте, детки, мы помолимся за вас. Благословим наших детей. Спасибо тебе, дорогой Господь, я благодарю тебя за детей этих, я благодарю тебя за родителей, которые, слава Богу, рожают, да, время, что они могут свои силы, свое время, свою энергию потратить, не потратить, а вложить, инвестировать в детей. Господи, я прошу тебя, пусть это будет для них удовольствие, чтобы нервные клетки их сберегались, да, Илья? Регенерировались, да, Господь, дай им, чтобы регенерировались. Боже, Господь, мы благословляем наших детей, благословляем детское служение во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Проповедь. А, еще свидетельство. Да. Может, еще кого-то свидетельство, нет? Нет.